Всем привет, друзья! С вами Робзи, и мы продолжаем играть в симулятор щелчка Таноса. И ходят легенды, что в игре появился новый, четвертый камень бесконечности. Я пока не знаю, где он находится и как его достать, но мы обязательно с вами это сегодня сделаем, а также активируем новый кодик. И как всегда, ребята, челлендж от Таноса. Нужно за 3,5 секунды поставить свой лайк и подписаться на канал, иначе Танос щелкнет. Время пошло. Раз, два, три... С половиной. Успели? Поставили? Красавчики. Продолжаем. Итак, начнем мы, естественно, с новенького кода. Заходим, друзья, вот сюда в замочек и вводим код под названием TIALE, ребята. Вводим, получаем 40 гемов. Это отличный шанс, чтобы теперь купить бустики, потому что бусты нам сегодня понадобятся. Мы, короче, бустимся полностью по часу, все бусты покупаем и начинаем искать, друзья, новый камень. Где он находится? Не знаю, придется бегать по всем локациям. Возможно, нужно заново убить железного человека. Может быть, его добавили в пантеру. Может быть, он будет находиться в последней локации, там, где я вам показывал. Давайте мы сходим в гости к железному человеку. Давненько мы с вами к нему не наведывались. Он там уже, наверное, воскресился. Так, давайте сюда позабираемся. Боже, как я ненавижу вот эту вот лестницу. Она меня бесит больше всего. Я же Танос, я могу перелететь ее. Почему Танос не может просто включить свою левитацию и забраться на это... А, мы же не собрали все камни бесконечности. Поэтому Танос пока что у нас, ну, бочек. Но бочек не полный, не полный Танос, скажем так. Так, давайте залазим вот сюда. Мы сейчас быстренько щелкнем нашего железного человека. Получим с вами камешки. Вернее, возможно, получим камешки. Но где мы получим 100%? Железный человек на месте. Его никто не трогает. Я с ним сейчас расправлюсь. Так, аккуратненько попасть бы вот сюда. Быстренько прыгаем к нему. И привет, железный человек, как дела? Я даже не буду отходить, понимаете, я Танос, ребята. Мне вообще по барабану на него. Я сейчас его вынесу на изи, смотрите. Раз, два, три, все, минус железный человек. Удачи, 15 гемов, спасибо, спасибо за гемы. Ладненько, здесь, я так понимаю, нет у нас ничего. Ладно, перемещаемся с вами вот сюда. Здесь у нас черная пантера, да, сверху стоит. Я сейчас посмотрю, может быть, что-то изменилось в этой локации. Мы должны сами найти, мы должны сами найти. Хотя, стоп, зачем я мучаюсь? Я, знаете, что думаю? Я знаю, где находится камень бесконечности. Есть такое предположение, что он находится там, где мы были с вами в прошлой серии. То есть это секретное место, и я попытаюсь туда забраться. Так, берем костюм Таноса, срочно берем, не ходим без него. Смотрите, мы с вами в прошлой серии убивали с вами кого? Доктора Стрэнджа. Он у нас, по идее, здесь жив, если, конечно, его никто не убил. Ага, значит, он погиб, его кто-то уже убил. А нет... где-то здесь он должен был находиться, но его сейчас нет. Наверное, кто-то завалил его. Ладненько, переходим сюда, вот в кузницу дварфов. И идем на планету Таноса. Там, где мы с вами вбили 100 суперкрилов. Я думаю, что находится камень именно там. Ну, 100%. Смотрите, здесь есть такая территория. Вот, 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 видите, вот это такой себе колизей. Если туда добраться... Я, кстати, нашел способ добраться туда в одиночку. Без подсадок. В общем, мы сейчас прыгиваем и попытаемся добраться туда. О-о-о-о, я промазал. Это было жесть. Хорошо, что у меня есть телепорт. Я же Танос, ё-моё. Я же Танос. Танос возвращается. Танос накажет всех, ребята. Танос воскрес. Так, я снова иду туда. Я снова отправляюсь в ту локацию, потому что первый раз у меня было что-то не сильно. Неудачная попытка прыжка была. Я упал просто в космическое пространство. Так, где у нас? Опасно. Суперкрылья не дают вам никакого опыта, ни денег. Это понятно. Так, какой-то чувак пытается пробраться тоже сюда. Слушайте, может быть, он что-то знает? Так, хорошо. Хорошо, дело пошло, ребята, дело пошло. Мы должны с вами по-любому попытаться добраться. Смотрите, я пытался добраться через левую часть этого забора, но здесь есть другая часть. Надо было перейти просто на правую. Аккуратненько, аккуратненько. Здесь нужно прям вообще... Вот я сейчас буду пытаться разговаривать и перелазить. Здесь нужно очень осторожно. Прям максималочка, максималочка подниматься вот так вот по этой штуковине. Тихо, 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 видите? То есть его передергивает, передергивает. Если неудачно прыгнуть, то можно свалиться вниз. Вот, вот, вот так. Во-во-во-во, ребята, забрались. Забрались на изи, ребят, забрались, забрались. Я думаю, что камень находится именно здесь, по-любому. 100%, потому что в следующей, прошлой серии здесь ничего не было. И, боже, я же заговариваюсь, я волнуюсь, потому что я хочу забрать четвертый камень. Как Танос хотел забрать, так и я хочу забрать. Итак, в Колизее у нас... Стоп, почему здесь никого нет? Стоп, я нифига не понял, где камень? Кого здесь нужно убивать? Или здесь будет пятый камень, а может быть последний? Ладно, ладно, нас обманули, ребята. Это нас обманули. Слушайте, может быть, какие-то двери поискать? Где у нас находится новый камень бесконечности? Так, здесь у нас закрыто, закрыто, все закрыто. Здесь у нас... А вот у нас рыснулся. У него камень... Мы уже камень у него забрали. У меня 3 камешка есть. Да блин, все закрыто. Так, может быть...
Слушайте, может быть у нас в локации, там где ничего не было, знаете, какая локация у нас была пустая? Пустая, без камней, без всяких боссов. Мы сейчас с вами вернемся в мейн локацию, в начальную, и сходим с вами в одно секретное местечко. Я думаю, что может быть это там. В общем, ребята, это Асгард, ребята. В Асгарде у нас ничего не было. Погодите-ка. Так, Асгард. Это у нас получается вот этот телепорт, не помню как называется. Ну, это мост, да, это радужный мостик. Так, где у нас что находится? Ничего нет. Стоп, я вижу. Смотрите, вон верхний шпиль. Если вам видно, там маленький такой силуэт. Но, может быть, скорее всего, не будет видно у вас. Я вижу, вон там что-то маленькое стоит. Да. Я сразу обратил внимание вот туда. Потому что, видите, на этих ничего не стоит. А вон там сверху, ребята, стоит какой-то, какая-то точка черненькая. Скорее всего, ребята, так как это Асгард. Так как мы с вами должны убивать Мстителей, мы же сами Таносы, Матаносы, правильно? Мы должны завелить, по идее, Тора. И, скорее всего, у него как раз-таки находится четвертый камень бесконечности. Окей, Торушка, я вызываю своего питомца. Это у меня жук-моржук самый топовый. Окей, посмотрим, как тебе забраться? Возможно, нужно позабраться по этим вот штукенцам. Сейчас мы заберемся. Скорее всего, вот как-то вот здесь, наверное, забираться. Так, забрался, а дальше, мне нужно как-то вот на верхнюю штуку забраться. Может быть отсюда? Так, сейчас посмотрим, секундочку. Вот сюда, куда, а как туда добраться? Стоп, не могу добраться. Сюда, а как перепрыгнуть? Погоди, снизу выступ какой-то есть. Опачки, выступ. А-а-а, они на ту сторону перебрались, видали? Все понятно, видали, что там такое? Вот это я молодец. Ребята, за это просто 1000 миллионов лайков, ребята, по-любому. Все, мы с вами идем. Получается, нужно было залезть с другой стороны. То есть я немножечко ошибся. Нужно было забраться с другой стороны, и там какой-то телепорт. Вот это нормально, слушайте. Вот это я сыщик, Танос сыщик. Ё-моё, вот это да. Давай тебе викинга, щелк тебе на ушко. Как тебе, викинг? Жалко, что мы здесь не только по одному щелкаем. Почему там... А, потому у него перчатки нету, понимаете? Он еще плохо щелкает. Интересно, какой будет урон у перчатки, если собрать 4 камня? Неужели всего лишь 2 миллиона? Потому что сейчас у него урон 1.5 ляма. И это, ну, маловастенько, я бы сказал. Потому что у нашей перчатки 15 лямов. Я жду, когда же перчатка Таноса станет сильнее, чем перчатка из магазина. Надеюсь, это так и будет в итоге. Так, нам нужно как-то забраться вот сюда. Тихонько. Так, кто-то сражается с железным человеком. Я слышу выстрелы. Давайте мы вот это вот выключим выстрелы. Тихонько. Так, вот сюда, правильно. Вот он телепорт, ребята. Вот он, привет, Торушка. Привет, как тебе такое? Щелк. Всего лишь 150 лямов у тебя? А что ты такой слабый? Фига себе. А если стану сюда, он меня убьет? Нет, он мне, в принципе, не наносит урон. Ну, немножко покоцал, смотрите. Ой, Торушка, ты чё-то слабенький. Смотри, он какой-то кастует какую-то штукенцию. Да я тебя завалю. Короче, все, до свидания, Торушка. Ты получаешь 15 гемов. И что еще? А где камень бесконечности? Где четвертый камень бесконечности? Стоп, я не понял. Я же убил Тора. Эй, а камешек-то где? А, я завалил Тора. О, он меня убил. А где находится четвертый камень бесконечности? Может быть, мне все-таки его дали? Давайте проверим перчатку. Так, пока ничего нет. Смотрим. Нет, 3 камня, ребята. 3 камня. Так, сейчас будем думать, где же находится четвертый камень бесконечности. Итак, друзья, у вас прошло буквально пару секунд, а у меня прошло минут 30. Я облазил всю игру, все локации полностью. И знаете, что я понял? Что все-таки... Камень бесконечности находился в PvP-локации, то есть, понимаете? Я просто сюда сходил и вижу, какой-то здесь находится телепорт, то есть было все настолько просто, что просто жесть. Ладненько, мы должны с вами отправиться и зайти, по идее, в эту штукенцию. Это как бы какой-то телепорт или что-то в этом роде. Так, давайте я сюда захожу, и мы с вами попадаем на паркурчик. Окей, паркурчик это прям, знаете, то, что я обожаю. Что мы с вами должны сделать? Мы с вами должны пробраться на самый верх. По идее, и что-то, наверное, забрать сверху камень здесь. Скорее всего, здесь находится камень, ребята, бесконечности. По идее, это должно быть все настолько просто, что прям очень сложно. Стоп. А почему исчезло? То есть, кто первый еще и добрался? То есть, он появляется, это телепорт иногда. То есть, не всегда появляется телепорт, и ты должен успеть заскочить в него первый, чтобы пройти первый. Я понял. Получи. Еще один бегает. И тоже получи. Смотрите, я всем нащелкал. Во-во-во-во-во-во, появился телепорт. Я бегу. Я первый. По-любому я первый. Смотри. Кто первый? Я первый.
Так, я должен быть первым, потому что я хочу забрать этот камень. Камень бесконечности, якобы, да? Забираемся, забираемся потихонечку. Нужно и спешить, и быть осторожным, потому что если я ляпнусь, то это будет фиаско. Это будет просто фиаско. Пока что никого больше рядом нет. Я вроде бы первый, то есть я, по идее, должен справиться. Так, тихонько, тихонько, вот сюда. Все, мы идем. Дальше какой-то камень силы или что это такое? Я не понимаю, здесь какая-то фиговина. Здесь какая-то фиговина. Зачем мне нужно забирать? Нужно забрать вот этот камень, что ли? Я забрал. И что будет? Я забрал Мэд Титан Рейдж. Куда дальше? Где? Где Мэд Титан Рейдж? Где мой Титан Рейдж? Так, или нужно кого-то убить? Нужно кого-то завалить? Секонд Файтер Проворов? Так, погоди, это... Ой-ой-ой, он сейчас забрал. Он забрал щиточок. Ой-ой-ой. Это плохо, вот это плохо. О, у него пропало. Так, я отсюда еще не вышел. Я сражаюсь с ним здесь. Так, подожди ты. Вот, камень силы. Да, боже, как на него залезть? Так, я забрал. Один раз щелкнуть нужно. Один раз щелкнуть. Ну, попади ты в него, боже мой. Он... Это нереально попасть как-то. Так, он прыгает, понимаете? Вот, еще один камень силы. Так, я сейчас попаду. Чекайте. Капец, он мне попадает. Так как этим прицелом пользоваться? Я вот прямо в него нажимаю. Смотри. Есть, попал. У кого камень рейджа? У меня. То есть мне нужно один раз в него щелкнуть всего лишь. Так, перезарядка. Опять перезарядка дурацкая. Пол хп мне уже снял. Так, я щелкнул. Еще один раз нужно. Так, камень забрал. Так, Мэд Титан Рейдж. Мы тут с ним сражаемся, капец. Все, убил. И что дальше? Я убил его здесь. Кто здесь будет? Я здесь выжил? Я получил камень бесконечности. Да, ребята, я все-таки получил его. В общем, нужно было пробыть здесь наверху и всех победить. То есть стать номером один. Фух, это было жесткое испытание. Вот как он получается. То есть всего лишь один человек получает камень бесконечности. Итак, ребята, идем проверять, что же мы все-таки получили с вами. Где наша перчаточка? Вот она, 4 камня. И да, ребята, 2 миллиона всего лишь урона. Но 4 камня бесконечности мы с вами собрали. Вот это красота. Вот это топовая тема. Еще осталось 2 камешка. Ребят, на этом я серию заканчиваю. Это было очень круто. Нужно поставить 1 000 000 лайков. С вас колокольчик, подписка. И всем хорошего настроения. И покедова, ребята.